Здравствуйте, меня зовут Юрий из класса Кукоцкий, и сейчас я покажу вам упражнение с эспандером для груди. Если вы не можете посещать зал, поехали в командировку, то вам очень пригодится эта техника. Мы берем с собой поездку достаточно тугой эспандер, становимся, пропускаем эспандер через дверную ручку, любой подходящий предмет. Натягиваем. Одна рука просто держит. И мы тренируем сейчас левую грудную мышцу. Локоть фиксируем, приводим и делаем паузу. Это позволяет поддержать нашу мышцу груди в тонусе во время поездки. Сюда выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Итак, делаем 3 подхода по 15 раз. Натягиваем так, чтобы желательно больше 15 раз, но делать не смогли. И в результате у нас работают мышцы груди, грудные мышцы, пектораль. Спасибо.